сейчас пойдем на рыбалку. Плюс два. Идет какой-то непонятный снегодождь. Но это нам не помешает, однако. Рыбачить. Да-да-да. Помогай ручкой неси. Босиком пойдешь. Нет, смотрите, какая шапка. На ней написано «Агата». И на шарфике тоже написано «Агата». Это мы связала, моя любимая сестра Санта. Жмут сапожки тебе? Жмут? Растет как гриб. Смотрите, моя деревце распускается! Yes! Здоровайтесь с мужчиной. Вместо Рената. Рыбавлик. Рыбавлик. Павлик рыбавлик. Так, мне его никто не называл. Пап, давай я свою. Давай. Птички поют, природа, как же здорово вообще. Да, у нас два. Что, погнали? Классно. Несмотря на то, что холодно, если тепло одеться, то супер. Делаем ставки, кто больше поймает. Давай, мне кажется, Тимофей. А мне кажется, я. Мега рыбак просто. Таким вы его еще не видели. И радостный Тимон. А что ты несешь? Стульчики, да? Мы на них сядем и будем рыбу вытаскивать. Круто! Это папе и мне. А мне? Ах ты говнюк! А мне? Я где буду сидеть? Ты на полу. Сейчас папа удочки заряжает. Держи. Держи, Тимур. Держи. Это моя? Да. Держи удочку. Вон мой поплавок. Мне сказали, что тут клюет просто раз, закинул, вытаскиваешь. Я еще ни разу не поймал ни одной нормальной рыбы в своей жизни. Буду ждать. Но рыбы, конечно, тут кажется очень много. Прошел час. Короче, села батарейка у меня на камере. Я пошла искать, у меня была полная уверенность того, что я взяла с собой еще одну, но ее нигде нет. На улице очень холодно, я адово замерзла. Мы не поймали еще ни одной рыбы. У меня она вообще даже не клюет. Еще я упала и запачкала штаны. Я могу часами сидеть, все вот вокруг вытаскивать рыбу, а я нет. Мне это дико бесит, конечно. Без меня вы видели, сколько Паша рыбы наловил? Вот так вот. Со мной ни одной. Паш, ну что-то ни хера, блин. Я обещал кучу рыбы. Пойдем, холодно и неприятно. Рыбалка должна быть в удовольствии. Нет, мучения не вознаграждаются. Ну, смотри, это бесполезное мероприятие. Паш, я тебя бросаю. Просто. Я пошла греться. Так, сейчас мне расскажут секрет рыбалки. Мы ловим на удочку, поэтому мы нихера не поймали. Она ловит на фидер.
На фидер. Тимофей, ну как рыбалка идет? Нехорошо. Нехорошо. Я смотрю, ты рыбачишь вовсю, да, сидишь, ты чай попиваешь. Там кто-то поймал 15 штук рыбы, я думаю, может притвориться, что это я поймала. Смотрите, сколько я поймала рыбы. Вот, прям целый стол. Все я сама. Паша ни одной не поймал. О, объемся. Ну, в общем, мы начали ловить на фидер и улучшились дела у нас. Вот-вот, что мы поймали. Вот. Сейчас. Вот-вот наша рыба. Рыба. Что-то какая-то вообще загнулась. Одна загнулась. Довольно, конечно. Майский солнечный день, да, Павлик? Так обидно было, что мелкий прям. Да, конечно, хорошо. Что, ты поймал или кто-то тебе их поймал? Все поймали. Мы вернулись с рыбалки, все поели, поспали. И Мика только что проснулась, и Тимыч проснулся. Зайка, ну что ты на Тимошу обижаешься так? Тимоша, а какой сегодня день? А День Победы. Это кто там? Это Мия? Жует печульку? Да. Папа. Мия научилась бить папа. Летающий кот. Какой мягкий, пушистый. Мяу. Ну-ка, Мия, поцелуй братика, скажи пока. Ой, сладкая. Пока. У меня прыщ на носу. Ай-яй-яй. Есть идея, есть? Ика! Меньше, как меньше. Хер знает. Ну а почему нам черные, скажи мне? Белые, черные. Че, катаешься, братан? Доску, доску мы сложим такую. Давай, у нас стало уже совсем исхудало. А что это? Лейка. У нас есть лейка. Ну это классная. Не надо нам еще. Ну зачем, Паша? У тебя много цветов. Блин, я отвратительно выгляжу, ну ладно. Не буду себя снимать. Да, Паш, это в цвет нашего интерьера прямо. Вредная бабуля. Кто меня снимает? Блок от Палыча. Да. Ну, сегодня... Рассказывай что-нибудь зрителям. Стоп, а я пойду встретить. Ой. Привет. Как дела? Привет. А затем, мам, зачем ты мою руку держишь? Георгиевская. Давай возьму. Давай. Тимофей пошел стричься. Тимофей, да. Ну-ка, посмотри на маму. Опа! Постригся! Свитере.
А я сегодня попробовала сделать яйца пашок. Я выйду на свет. Для пашка яйца пашок. Смотрите. Да-да-дам. Вот такие получились яйца пашок с сосисками. Мне кажется, это победа. Представь себе, что это птичка. Помнишь, вот если птичек рисуют, обычно их рисуют вот так. Буква А. И что у меня получилось? Тим. Т и М. Тим. Мы же читаем слева направо. Букву к букве прибавляем. Как мы читаем? Стирай и давай писать заново. Ну почему? Ну потому что, смотри. Ну давай, ты не выйдешь. Я буду сверху тебе помогать, а ты будешь снизу. Иди сюда. Тебе папа поможет. Давай. Иди. У тебя получится, я знаю. Вместе будем. Я верю в тебя. Палочка, палочка. Палочка. Или черточка. Теперь соединяй. Получается Т плюс М. Какая будет? Т плюс М будет М. И галочка. М. Ты куда? Что будешь делать? Когда увидимся? Скоро? Ты скоро приедешь? Ну, а я пойду к соседке. К соседке, потому что она мне обещала базилик. Вы знаете, я тут увлеклась, короче. Вот у меня, например, растут помидоры. Как вам мои зубы? А-ха-ха, как щеточка! Да, конечно, май просто не радует нас погодой совсем. Для здоровья полезно. Блин, у соседей уже травка зеленая. Я хочу травку. А вон нас уже Ханна не встречает. Кто такая собака? Кто такая красивая? Кто такая собака? Да, такая собака. Да. Кто такая красивая собака? Это кто такая красивая? Сидеть. Ханя, сидеть. Давай, сидеть. Нет, не надо сидеть. Ладушки. Оладушки. Скажи привет. Вот так. Всем привет, скажи. На ножке кто катается на маминой? Вот, достала. Молодец. Открыть. Опа, умничка. Нет, не на этой. Во. Молодец, ух ты. Молодец. Как ты? Оп. Станет всем теплее. И даже маленькая любит. Ну, а мне предстоит пересадить мой базилик. Перчатки я не нашла. Ну да ладно. Раз, два, пять. Берем 5 горшочков. Да? Раз, два, три, 4, 5. Все верно. Та-дам! Я превратилась в принцессу. В этом зеркале. Знаете, как меня красиво накрасили вообще? Божественно. Просто. Вот бы я так каждый день ходила, но нет. Просто классно! Уи! Все, я пошла снимать. Давайте. Ой.
Саму съемочную площадку я снимать не буду, потому что я не буду брать свою камеру, мне просто лень. Просто хотят сказать, что я такая принцесса. Дорогой влог, я закончила съемку в клипе, я называю это Easy Money. Легкие деньги. Ну да, завтра, наверное, будет не так легко все, да, у меня будет много кадров, много сцен, но завтра я не буду снимать влог. Так что я пошла домой. А папа купил велосипед? И мы поедем кататься? А Тимоха, как всегда, кашляет. Посмотрим наш новый велик. Так, вон он в окошке стоит. Через помидоры его видно. Ну что, красавчики. Велопрогулка? Куда? Ну как? В смысле, ты хочешь, чтобы я искала свои ощущения по одному кругу? Ну да. Класс. Мама, поехали в эту, только осторожнее, он двухколесный. Да я заметила. Подожди, ты меня догнала, перегнала. Нет! Черт! А как надо? Да, мы наконец-то едем. А как ты будешь педали крутить? Всегда. Ну-ка, ну-ка. Принц меня решил покатать. Ну-ка. Бля, давай не упадем, пожалуйста. Смотрите, как мы сидим. Офигеть!